vakaras, gerbėmiai. Jūs matote ekrane savo Olgą Rapoport, profesorę, istorijos profesorę iš Taivanio universiteto, kuri dabar yra Kinijoje ir gali mums papasakoti, kas darosi, kaip pasaulis, toksai beužsidegantis pasaulis, nedaug dieve, kad taip įvyktų. Kaip jisai atrodo iš kitos pusės, iš tos pusės, su kuria mes viena nusiteikė pyktis, nežinau kodėl, ir niekas mums šito neaiškina. Добрый вечер, Ольга, очень приятно вас видеть. И тогда начинаем, продолжаем, ну, лить свет на темные углы геополитики. Сейчас как раз в Китае Путин. Как его встретили? Лабас вакарас, Рута. Лабас вакарас. Встретили, его никак не встретили. Там просто какая-то была, это было совершенно закрытом виде. Никак там, никто там чепчики в воздух не бросал. И помидорами тоже не бросался, потому что это было абсолютно вот в закрытом виде, то есть приземлился, значит, куда-то там приехал. Не было такой встречи, чтобы там у трапа красный этот ковер, какие-то девушки не подносили хлеб, соль? Нет, девушки не подносили ни соль, ни спички. Вот. И вообще-то говоря, в списке там приехало порядка 30 президентов разных стран. И вот в списке официальном тех, кто приехал, это он стоит где-то там посередке, а не как... Я не знаю, по какому принципу, но где-то там в середине он стоит. Да. Так что никто специально его не встречал. Там просто, ну, как, когда происходит некоторое, этот симпозиум, коллоквиум, или как его называют, саммит, ну, встречают, естественно, прибывших. Вот, и ну, естественно, его встречали точно так же, как всех остальных. Вот. Но на самом деле это все очень грустно. Почему? Это все очень грустно, это все... Потому что... Это же, что, собственно, было? Куда он заявился? Он заявился на саммит «Шелкового пути». Саммит, это вообще-то «Шелковый путь» существует официально 2000 лет, а на самом деле 3000 лет. Так что это не что-то там такое новое, это все время шли товары и так далее. А вот последний проект, вот такой как бы громкогласный проект, вот ему 10 лет. И цель его была не с Путиным якшаться, вообще-то говоря, а вот такое объединение всей Евразии в товаропотоках, в общении и так далее. Ну и не только Евразии, с заходом, в Африку, поскольку это тоже возможно не по морю. И, например, в саммите, который был 5 лет тому назад, там треть высоких гостей – это были европейские президенты, главы правительств. Ну да, и наши ездили, потому что у нас даже были такие заголовки в газетах, что Клайпеда – это ворота шелкового пути в Европу. Наш город. Это и нормально, а что, собственно? То есть, что надо можно сказать? Что, ну да, соседи-антиподы с другой стороны. У меня как раз 12 часов разницы с Вашингтоном. Ну да, вот они тут победили Китай, они заставили всех не общаться с ним, не развивать торговлю. Вопрос. Понятно, что Китай от этого не выиграл, но а кто от этого выиграл еще в Европе? В Европе война, в Азии война, везде война. Вообще-то
Тогда этот проект был основан не на войне, а на том, что все общаются, все контактируют и так далее. Участниками этого шелкового пути были и Армения, и Азербайджан. А сейчас как? И Иран, и Турция, и Россия, и Украина. Ну, а вот это не эти самые какие-то Олимпийские игры, где там политику показываете, а это прагматические какие-то действия, развитие инфраструктуры, строительство дорог, более быстрые связи, торговые и прочее. Ну, под давлением постепенным из Европы практически приехал там из Ну, при, на самом деле. приехал Да. Орбан и приехал Вучич, Да. да, Ну, Сербии президент, да. ближайшие соратники Путина, опять же таки. Но кучкуются все по разным параметрам сейчас в мире. Но вот скажите мне, пожалуйста, вот в таком, как что вот в такой компании можно вообще сделать? Я читала, мне кажется, в американских источниках, где писали вот так незлобно, что а что делать Китаю? Россия такой дружественный сосед, который ничего плохого не делает. Значит, если мир отталкивает Китай, он дружит с Россией. Логика такая. Но вот приехали, Гутьеррес приехал, какой-то из New Development Bank, вот что-то, что такие люди. Вот в этом формате можно что-нибудь, о чем-нибудь договориться? Потому что присутствует и Латинская Америка, и Центральная, и Азия вся почти. И, скажем, немножко Европы. Нет, ну на самом деле это вот приехали на высшем уровне. Там из 140 стран таки приехали, из Франции, отовсюду приехали, но просто на более низком уровне. Да. Сейчас, дело в том, что сегодня этот саммит сегодня, поэтому конечный результат, кто там был и что там будет, это сейчас мне я ничего сказать не могу. Дело в том, что ну, они-то кучкуются, но Китаю это кучкование совершенно не нужно. Вот, собственно, у Китая была эта программа о том, что вот мы не кучкуемся. Каждый там кучкуется, что хочет там своих, делает в своей стране, как считает нужным. А вот мы хотим сделать такую как бы линию, где вне зависимости от того, какие у тебя политические воззрения, какие у тебя там идеология, мы на тему производства, торговли, инфраструктуры и так далее. И эти кучкования им совершенно не нужны. Абсолютно не нужны. А в том варианте, который сейчас есть, сделать вообще ничего нельзя. Что Так вообще это ничего. провал. Абсолютный провал. Я видела очень неплохую статью гонконговского отделения BBC. Там они так проанализировали, сказали, что, в общем-то, приехали те, которые хотят получить деньги у Китая или скостить долг. Ну, что это? Ну, это о чем? Ну, и вряд ли Китай очень сильно скостит долг, ну, может быть, там чуть-чуть, потому что ну, самому жить надо. Сколько, ну, нельзя же кормить этих аглоедов. А Россия, то, что Россия там кучкуется, Россия — это палки в колеса абсолютно этому проекту сначала до конца. Это вот такая вот милая статья, которую вы процитировали, что куда же деваться, ну вот Россия такая добрая с Китаем. Ничего себе добрая. Ни один Вот проект... там дружественный сосед, там так было Страшно, написано. страшно. Такой дружбан дальше некуда. Вот если бы, кстати, Путин... Почему? Причем интересно, то, что он должен сюда приехать, до меня это не доходило, потому что я не смотрю российские эти самые, что они там орут. Мне просто сообщали, там украинцы, еще кто-нибудь сообщал, что в России там орут, что они... Вот я приеду, вот мы там целая группа, в общем, какой-то... А Китай его не приглашал. Не приглашал? Нет.
Китай послал приглашение, Стас там больше сотни где-то, прибыло 140, там, в общем, было больше, порядка 160, то есть 140 стран и еще международные организации какие-то, послал приглашение приехать представителям. Он лично не приглашал ни того президента, ни сего. Ни в одном китайском официальном заявлении не было о том, что мы ждем господина Путина. И даже не было о том, что мы ждем господина Обрен. Дело в том, что вообще это, то, что это провал, это видно абсолютно, потому что вчера они уже все прилетали, и до вчерашнего дня не было озвучено, кто прилетает. То есть это значит, до самого последнего дня они шли такие согласования, такие, они вообще не понимали вообще, что будет. То есть, конечно, с одной стороны, это абсолютный провал. Это 10 лет работы, и вот такой саммит, это, конечно, абсолютный провал. И только вот уже постфактум, вчера вечером, появился этот список, список тех глав правительств, которые приехали, и дальше написано «и представители 140 стран». Каких, не знаю. Пока нету, пока нету. Постфактум будет. Ну, конечно, на таких саммитах самое главное не то, что на трибуне, а то, что в кулуарах. Какие там будут разговоры кулуаров? Кого? С кем? Сейчас мы ничего не знаем. Да и будут ли. Но то, что там этот самый, вот этот самый явился, он, конечно, своим появлением, то, что он разгонял всюду, я приеду, я приеду, я приеду, он просто этим разгоном, он сразу отрезал возможность приехать другим. Это абсолютное действие для того, чтобы провалить. Но ему нужно, чтобы Китай был вот такой единственный друг Путин Китая. Вот такая политика ему на руку. Ну да, вот это, то есть это вот он изготовляет, а это на руку и Штатам, это же такая пьеса. Вот ставится на нашем, значит, Бродвее такая пьеса, где вот Китай и Россия, братья навек, такие братья, что там китаец какой-нибудь пересечет границу, его тут же это самое раздевают русские милиционеры, а потом, значит, они бегут назад, и китайская МИД и дает ноты протеста. Недавно было только что. Ну, это... Там же эти самые милиционеры, или как их там называют, уж неважно. Мы все знаем, как называют обычно людей. Да, полицейские уже. Вот, ну, их другим словом называют обычно в России, я что-то буду говорить. Вот, они же просто, они смеются над китайцами, потому что китайцы, они отдадут все, только не трогай меня, человека там. И поэтому их легко грабить. И вот их там... Их там, и у тебя это неправильно, это у тебя это неправильно. Вот они все время деньги им раздают. Это же главный подсос для них. Так что китайцам там особо не весело. И поэтому их там, в общем-то, 90-х было очень много, а потом чуть-чуть все меньше и меньше. Так что, друзья, не дай бог. И, например, насчет вот этой вот железной дороги. Да. Вот... Все эти 10 лет, вот все, что сделали за 10 лет, это единственная вот эта вот железная дорога, которая входит в Казахстан, дальше таки опять пересаживается на эту широкую колейку российскую. Значит, ну, китайцы там построили, где пересаживаться нормально, а не то, что там было. Немножко там поправили пути. Ну, не будут же они заново строить России эту огромную их железную дорогу, еще и ширококолейку. Зачем им это надо? Ну, и так вот ни шатка, ни валка, но эта колея дошла до Клайпеды. А, в общем-то, план-то был совсем другой. А, разные другие пути, более прямые, скоростные, потому что на этой ширококолейке никакую скоростную не сделаешь. Но Россия все время это блокировала.
и блокировала даже это тогда, когда это все не идет через Россию. Блокировала через Узбекистан, через таджиков, а особенно, естественно, через Киргизию, потому что Киргизия, она на границе с Китаем. А Да. пограничные всякие вот разные там неприятия легче всего разжигать. Киргизия, она бедная, там у нее ничего нет, почему бы им там не получить что-то. Но очень легко капать, вот там, что вот киргизы в Китае, вот киргизы тут, но это вот это, там же киргизы живут, значит, это наша земля, ну, как обычно, это же разделяй власть, это же очень легко делается. И, значит, ну никак. И вот буквально год назад Россия ослабла, Казахстан немножечко укрепился, и Россия не смогла сказать нет. И договорились через как раз Киргизию, значит, дальше спускается в Фергану, Ферганскую долину, и через Таджикистан должно было войти в Иран. И там по югу Каспия, на югу Каспия очень развитая уже система. И в Турцию, и дальше прекрасно в Европу идет. Договорились. И тут опять. Вот он в Таджикистане там торчал. Нет, они не говорят «нет», но они говорят: «Ну вот мы так привыкли к нашей ширококалейке. Давайте, драгоценные китайцы, вы нам встройте нашу дорогую Николаевскую ширококалейку». Зачем это им нужно? Китайцу это не нужно. Дальше уже договорились по вложениям, что-то в Китай вкладывают, что-то в другие страны вкладывают. И вдруг они хотят, чтобы все Китай вкладывал. То есть как бы вот потратили кучу времени на договоренности, уже и подписали, уже и все, и опять. Здрасте. Это все с Россией происходит более 20 лет. Так, я так поняла, что Россия хочет строить такие, ну, чтобы им было удобно по этой железной дороге отвезти и товары, и танки, и все, ну, не меняя рельсы. Россия хочет, чтобы ничего не было, потому что они выдают такие предложения, от которых люди отказываются. А что это за игра? И им что, невыгодно? Грабить, да? Грабить, грабить и грабить, грабить и грабить. Вот они вложились, вот они что-то сделали, а нам это не надо. Деньги забрали себе или что-то такое. Ну, потому что никакая Россия не друг Китая. Но дело в том, что это разные цивилизации, вообще разные цивилизации. Вот это объясните, пожалуйста, вот когда говорите. Европейцы привыкли, что Китай будет выражать себя и что-то делать как вот они привыкли в такой ситуации. И если Китай вежлив, то это значит все хорошо. Китай будет предельно вежлив с неприятелем, с неприятным тебе человеком, а наоборот, с близким иногда не очень вежлив. Ну вот хорошо. Как вот вы объясните немножко, вот не влезая в детали, вот эти цивилизационные различия Китай-Россия, потому что сейчас как раз говорят, что ну как раз вот это, ну вот как я процитировала, да, единственный дружелюбный сосед. Вот что вы имеете в виду, когда говорите, что это цивилизационные различия? Если вы заметили, на русском языке, в русских, ну, во всяких этих самых СМИ идет такой полив Китая, идет прямо где там на русскоязычных, не обязательно они русские, русскоязычных. То есть о Китае там, то есть что-то постоянное, просто такая грязь, такие помои выливаются на русскоязычных. Даже на англоязычных такого количества нет, которые есть на русскоязычных. Вот интересно. Это же просто напрямую показывает, что на самом деле очернение Китая, оно нужно, оно очень нужно Москве. Но Русскоязычные.
про оппозиционные. Сейчас очень много русскоязычных, ну, просто разделим. Или это вы говорите про то, что Кремлю подвластно, или вы говорите про всякие оппозиционные каналы, которые там и везде есть русскоязычные? Это очень, очень разные. Разные не точки. Очень я верю оппозиционных, в оппозиционность этих каналов. Вот скажу честно. Многих. Я не всех. Естественно, не всех. То есть они, их оппозиционность, она как-то градуируема. А то, что внутри там это самое, что Китай там нас захватывает, Китай, тра-па-па, это же абсолютно российская пропаганда. Для чего она происходит? Когда этого факта не происходит. Если этого факта не происходит, а происходит это пропаганда. Ну, к чему это идет? А, да, и вот мы сейчас должны напасть на Украину, иначе Украина на нас нападет. Это же вот так оно и работает. И вот Грузия вот на нас нападет. Вообще все на свете. То есть, а отношение вообще у русских, по-моему, ни к одной нации нет уважения, так честно скажу. Ну, разве что к великим странам. Если там страна великая, вот американцев они уважают все-таки. Ну, страна великая, ну, вот так вот. У них такое понятие. А для всех у них там какие-то презрительные прозвища. То есть это вообще национальная особенность, скажем так. Включая тех народов, которые живут в России просто. Они же такие все из себя великие. Поэтому никакого уважения, естественно, они китайцам не испытывают, а на халяву там что-то там украсть, там схватить, это они очень любят. А китайцы это очень не любят. Китайцы не уважают людей, которые все время на халяву. Это как-то неприлично. Ну, кто их любит? Да. Потом, да. как о русских говорят в Китае? Для русских Китай определение, что это воинственный народ. А для китайского понятия воинственный народ, народ там воины, даже вот, может быть, это для каких-нибудь стран будет звучать как положительно. Для Китая это абсолютно отрицательно. Угу. Воинственный народ это абсолютно отрицательно. Это вот определение для русских. Вообще там для русских есть особое такое слово, такие вот волосатые. Да, но оно звучит как бы более культурно, но, в общем, такой смысл. Это особое для русских. В общем, никакой особой любви к русским не было, нет, и, в общем-то, трудно. То, что русские творили в северо-востоке, там, на северо-восток Китая, это вообще страшное дело, потому что они вытворяли. То есть, но... Китайцы, вот если русский приехал к ним, они скажут все, что угодно, приятное. Они найдут какое-нибудь там это самое, что-нибудь приятное, чтобы сказать. Это вообще Восток так. Просто вообще Восток так. Вот я приведу пример не с китайцем, а с монголом. Но это близкое по восточной культуре. Как-то у меня был такой диалог с монголом. Монгол, который учился... У нас такой был диалог на китайском, русском, и они между собой на монгольском, потому что одни китайцы понимали по-русски, одни монголы понимали по-русски, но не понимали по-китайски. Такой был тройной на трех языках диалог. И как бы им сказали, что я вроде как из Москвы, но они, значит, он стал, значит, мне говорить, там что-то вот какая-то Москва красивая или что-то такое. Я как-то это вежливо остановила, сказала, что вообще я терпеть не могу Москву, мне просто не повезло там родиться, не более того. Но возвращаться не хочу, когда я как бы свое мнение о Москве сказала. Он расслабился и сказал, вообще Москва страшный город. Там ходить желтому человеку невозможно. Все время хулиганы начинают бить и все. То есть он сначала хотел как бы, ну, культурно, а потом сказал, что не надо тут передо мной, я все знаю. Он тут же расслабился. Так что будет с этим шелковым путем? Как вы думаете? Пока заморозка. Дело в том, что, опять же, для китайцев очень важно не терять лицо. Поэтому на самом деле... Отменить надо было этот саммит. Он был 5 лет назад запланирован.
Но для них обмена саммит – это потеря лица. Поэтому вот они вот делают хорошую мину при, при проигрыше, при явном проигрыше. Пока это все очень сильно заморожено. Там разные позиции есть. Есть позиция о том, что надо как-то все равно надо как-то развивать, чтобы все равно были какие-то контакты и так далее. И другая позиция, что хватит. Надо больше вкладывать внутри страны, у нас тут своих, у нас тут тоже не ой, как много лишних денег. И я считаю, что вторая позиция верная, что, в общем-то, ну, я явно вот сколько уже, сколько потеряно капиталовложений и в Африке, благодаря этим самым друзьям, любителям, любителям композитора Вагнера, и в Сирии, и в Украине просто все раздолблено. Сколько там было капиталовложений, все уничтожено. И сколько ведь даже, вот хотя и не построена дорога, но идет какая-то, идет же какая-то подготовка, тратится же на всю эту подготовку, на просчеты, на геодезические работы. И опять ни в какую. И они все-таки починили как-то вот эту вот дорогу, которая из Алматы в Клайпеду идут. И опять она же не война не функционирует. Опять, то есть, то есть постоянно идут потери, 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 потери. Ну сколько можно, в общем-то, китайская экономика тоже не очень процветает. Сейчас тут кризис, кризис на кризисе. С другой, с третьей стороны, этими очень много займов невозвращаемых и внутри страны, а уж не говоря о том, что там американцы заставляют покупать эти займы, и, в общем, все не очень. Но, естественно, они не будут говорить, что у нас плохо. Китаец не скажет, что у него плохо. Он будет стараться влезать. А Литва получила приглашение на этот шелковый путь? Абсолютно точно, да. Получили, да? Абсолютно, 100% да, потому что Литва входит в список участников этого проекта. А приехали? Пока не знаю. Я списка не знаю, это у вас надо спросить. У вас там есть кто-нибудь, что поехал? Ну, кто-то поехал? Нас никакого такого, чтобы объявили, что кто-то поехал, так такого нет. Потому что у нас... Абсолютно точно, абсолютно точно. И Литва, и Латвия. Эстония, по-моему, нет. А Литва и Латвия, да. Получили приглашение. Вот вы обмолвились о том, что вот потеряли китайцу много вложений и в Украине, и по разным местам. Вот вы предложили мне, вот так, когда мы договаривались, о чем мы будем говорить, вы вот предложили сравнить историю с Моторсичи. Тут нужно будет объяснить зрителям, что это такое. С литовско-тайванской аферой и как это связано с развязыванием войны. Как вы это связываете вообще? Маленькая Литва открыла какое-то там представительство. Тут Motor Siege, большое, большущее украинское, уже разгромленное, да, там разбомбили россияне этот завод. Это первое, что они сделали. Это обязательно. Первое, что они сделали, как только стало доступно Запорожье. Угу. Так вот, и как вы это связываете в одну связку и еще с развязыванием войны? Объясните. Это значит, это на эту историю надо рассказывать с 13-14 года. Значит, еще на Майдан. Да. Да, вот как раз с того самого начала. В 13-м году, с одной стороны, вроде бы хотела Украина, украинцы хотели подписать особые торговые отношения с Европейским Союзом. Но в самый последний момент Европейский Союз
выставил такие требования финансовые, которые Украина бы просто не потянула. И в самый последний момент, а Россия тут же радостно предложила вообще душа нараспашку. Я вам вообще вас всех спасу и обниму. Отвечала за Европейский Союз, за вот Международный валютный фонд такая милая дама Виктория Нуланд. Да. Про нее есть примета, что если Виктория Нуланд где-то появляется, то там будет война. Вот так? Да, именно так. Это просто примета такая. Такие народные приметы. Вот. И она как раз там активно крутилась и вот подняла требования к Украине, не самая богатая страна все-таки, которая вообще, все, она разоряется, если они идут на такие условия. И Янукович оказался не курващи. Соответственно, ни туда, ни сюда подписаться с Европой он это не может. Как раз в Вильнюсе это происходило. Да-да-да, да, я помню. Вот. Подписать с Европой он не может. Не подписать он тоже не может, потому что народ уже настроен. То есть развели как только могли. У меня такое ощущение от этой вот картины, что вот Путин как охотник такой, а Нуланд такая вот собака, которая гонит зверя на охотника. Вот она там сзади, его гнала на охотника. И так, значит, по нотам это прекрасно было разыграно. Вот они очень хорошо дружили в этой схеме. После чего россияне входят в Крым. Угу. А после чего известно, что Байден запрещает украинцам Крым свой отвоевывать или как-то защищать. А в это время в Украине всегда существовал завод по производству двигателей, авиадвигателей. Да. Они годятся для самолетов, и они годятся для крылатых ракет. Угу. И это было, собственно, на весь Союз самое главное предприятие в Запорожье, Мотор-Січ. И поскольку оно, в общем, ну, оно было с союзных времен, то, соответственно, оно было не очень обновленное. Но и оно могло продавать там что-то, и оно могло как-то существовать только в рамках бывшего Советского Союза. И поскольку Украина ничего тогда не строила, ни самолетов своих, ни ракет, вообще ничего, то, в принципе, работал этот Мотор-Січ на Россию. Да. А тут Россия вошли в Крым. То есть продавать детали оружия своим врагам, это уже как-то уже чересчур. Угу. И встало... Там были и санкции сразу на покупателей пошли. Ну, естественно, но это просто, ну как, это как-то невозможно. Да. Это уже как-то чересчур, за пределом. И встал вопрос, то есть завод встал, по сути. Угу. Как быть? Угу. Для того, чтобы он стал конкурентоспособным, для того, чтобы он стал вообще дальше, мог существовать, нужны вложения. Нужна модернизация. Что-то там турки сказали, не сказали. Ну, в общем, как-то ни шатка, ни валка. А Китай в это время, во-первых, Китай категорически не признал захват Крыма. И Китай никогда не может признать захват Крыма, потому что для Китая признание Крыма российским равносильно признание Тайваня американским. Угу. Вот это надо понимать вот тем, которые слушают пропагандистов о том, что Китай поддерживает Россию, вы должны понимать это. Китай защищает, Китаю проблема в защите себя, а не в нападении на других. И это серьезная проблема. Независимо от того, хорошая власть Китая, нехорошая, это совершенно другой вопрос. Мы говорим о международной позиции, международных нуждах. И началась медовый месяц между Украиной и Китаем. Надо сказать, что между Украиной и Китаем еще с 90-х годов были очень неплохие отношения. Китайцы все время подчеркивают, что Украина помогла Китаю создать свой флот.
потому что у них вообще не было флота вообще, ну, просто ноль. Mm-hmm. И надо было, в общем-то, с чего-то начать, какие-то вот что-то вот вообще увидеть, как это делается. И украинцы продали им старый, уже не спускаемый на воду корабль с правом его разбирать на части и делать с ним все, что хочешь. И вот, значит, они хоть поняли, как там что куда устроено, и поэтому это в Китае все время подчеркивается. То есть китайцы, не надо говорить о том, что у них как-то все нормально с самоуважением. Поэтому если кто-то им помог, они все время это подчеркивают. Они скрывают, это я придумала. Это как раз из серии китайского самоуважения. Конкретные люди, естественно, люди всякие бывают. Конкретный какой-то человек у своего там сотрудника, студента что-то украсть может. Это конкретные люди. Я говорю, общие вот цивилизационные такие установки. Когда никто ничего не знает, когда знает сосед, то никогда это не скажет. Поэтому это потеряет лицо. И китайцы предложили вложиться в Мотосич. Вложиться, чтобы модернизировать и чтобы совместно сделать два предприятия. Одно в Китае, в Чунсине, тоже совместно модернизировать по производству этих двигателей, а другое, соответственно, в Запорожье. Параллельно они построили прекрасный порт в Николаеве. Там развивалось вовсю и сельское хозяйство, и все. И, в общем, китайцы, очень многие китайцы, которые работали с Украины, они вспоминают очень положительно, потому что как-то легко находили общий язык. Никто с русские, они, во-первых, ничего тебе не дадут, стараются вообще все это самое побольше урвать, и чтобы они только заработали. А украинцам как-то получалось, что все зарабатывали, и как-то более им больше нравилось с ними работать. Довольно-таки было приятно. И вообще какой-то тут был медовый месяц, действительно. Но тут сполошились большим присутствием Китая, китайских инвестиций, китайских интересов на западной границе России. Если бы это продолжалось, то никаких войн развязать было бы невозможно. Потому что это вот вообще это принцип дружбы через границу, через с другой стороны, он как раз Украина. То есть я с самого начала двух лет этой самой войны я говорю, что в принципе восстановление дружбы России, Украины, Китая, это останавливает все войны и спасает мир. Именно поэтому этого стараются не допустить. А Россия загибается, то есть не может ничего сделать. Естественно, это крайне не нравилось Путину, но это не нравилось не только Путину. Это не нравилось его друзьям за океаном. Конкретный исполнитель этого договоренности и устранения Китая с Украины был Джон Болтон. Вот так вот. Да. Конкретно. У него были постоянные совещания с Патрушевым. Они с Патрушевым виделись раз пять за вот это вот короткое его... Он меньше года, несколько месяцев был. Да. Они встречались в Москве. И причем есть запись о пресс-конференции узкой, которую устроил Болтон для американистов, где Болтон прямым текстом сообщил, что мы, Соединенные Штаты Америки, мы не враги с Россией, мы не соперники с Россией. Более того, мы, в общем-то, стратегические союзники. Наш общий враг – Китай. Это там просто... было так сказано. Да, там было именно так сказано. И далее, это можно найти, это где-то там в те времена, по-моему, где-то это каких-то таких как бы оппозиционных этих самых, более, то ли в «Коммерсанте», то ли еще где-то, там это тоже все было опубликовано.
Опять же таки, могут разные люди высказать, сказать, вот это доказательство того, что Трамп и Путин союзники. Маленький, нажимаем на стоп. Да, Болтон работал в администрации Трампа, но Трамп его выгнал очень скоро. И у них крайне не сложились отношения. И более того, он там какую-то написал книгу, где корейцы выступили тоже с протестами, потому что это ложь, наполовину слив секретной информации. То есть это Болтон не представлял Трампа, он представлял сам себя. А он известный кто? Торговец оружием. Да. Он известный торговец оружием. Вы имеете в виду Джона Болтона? Да. Джон Болтон. Да. Известный торговец оружием. Значит, после встреч в Москве, в Израиле, где-то в Европе они встречались, несколько встреч они, причем не, они, он не разговаривали о ракетах, кратах, о договорах, а также о чем говорили неизвестно. То есть очень многие встречи, которые были вообще непонятно, зачем встретились. А после этого Болтон едет в Киев и давит на киевские власти, говорит, что Китай враг. Как можно Китаю открыть секрет производства двигателей? Это же враг, это же все. И заставляет украинцев выгнать Китай. И дальше происходит феноменальная национализация китайских капиталовложений, после чего Китай счет выставил, по-моему, на 4,5 миллиарда долларов. Он выставил это в международном суде в Гааге. Короче говоря, взаимоотношения на западных границах России сильно испортились. Угу. И это, конечно, тут же развязывает руки. Одновременно. Это большое дело. А рядом еще маленькое дело. Ведь границы, они... Украина, Белоруссия, Литва, ну и дальше там, Латвия, Эстония на севере. Для того, чтобы из этого линии вырвать Белоруссию, совсем ее съесть, надо, естественно, и вырвать Литву. И поэтому легким движением за тайваньский счет, легким движением ссорится Литва с Китаем, и Китай уходит и из Литвы. Все, что они хотели, они получили. Белоруссия становится совершенно российской, а нет интересов другого соседа с другой стороны, который бы как-то, возможно, встал бы за свои вложения и вообще как-то надавил бы, что-то там не давал. То есть Китай выведен из игры. И тут же начинается война. Тут же начинаются военные действия. Ну, просто так, просто Литвы и не начнешь военные действия, все-таки как-то в НАТО, все-таки как-то не очень. Но уже там силы тоже никакой нет. То есть, в принципе, вся западная граница свободна, делай, что хочешь. Mm-hmm. Далее, как только входит Россия на территорию Украины, что они делают? Они громят Запорожье. Это так они любят Китай. Они громят китайский капиталовложение. До этого Зеленский, он национализировал. Да. Все ну, а если, они так любят Китай, они могут сказать, ну, мы останавливаем справедливость. Китайцы, дорогие, это ваш. И вот тра-та-та-та-та-та-та. Они же этого не делают. Они просто это все. Далее, они точно так же поступают с портом в Николаеве, точно так же. Далее, когда в Мариуполе там куча людей под завалами, среди них есть и китайцы. Вы немножко еще объясните про этого Болтона и про эту пресс-конференцию про общего врага Китая. Когда это было? Это было... Сейчас скажу. Ну, в каком году он был? В 17-м или в 18-м году он был правительством? Он в 18-м, вот я вижу, что... Значит, в 17-м. В 17-м, да. Когда он был в администрации?
В 18-м он встречался очень часто, ездил в Москву. И с Путиным, да. И со всеми тут очень много разговаривал. И вот встречался с Патрушевым в разных местах, не только в Москве. Угу. У него главное общение был Патрушев. Как бы это говорится о том, что да, они там насчет ракет, дальнего действия, ближнего действия говорили, но... Это же понятно, что говорится не вся повестка. Mm-hmm. Это был прием в американском посольстве для российских американистов. И он это изрек там. Это интересно. Да, и да, это главный советник Трампа. Ну, у него них, то есть это не может быть признаком того, что Трамп поддерживает Путина, потому что у них очень быстро, у них что-то там не то. Поддерживает, мы вообще, то есть это конкретно Болтон. Но Болтон — это и вообще известный человек, он в развязывании войн, это просто номер один. Иракская война, там Болтон потрясал стиральным порошком. И когда Болтон приехал на Тайвань, это вот был шок разговаривать с кандидатом от этой зеленой партии, с Latin D. То есть это просто. Это было недавно, да? Да, это было летом или весной, я уже забыла, скорее всего, весной. Это просто был шок. Но если про Викторию Нуланд есть такая народная примета, то тут это уже не народная примета, тут это уже закон, как бы. Где Болтон, там война. Ну, у него бизнес такой. Ну да. Он торгует этим. Хорошо, и вот когда вы, так вы связываете вот эти все в один узел, и Литва была как часть плана этого, да? Да, главное — устранить Китай с западной границы. Устранить китайские интересы с западной границы по максимуму, чтобы там не было поддержки какой-то со стороны. Ну и остался один Лукашенко, который сам вообще и внутри он ничто, и вне он ничто. Что такое Лукашенко? А вот Лукашенко приехал в Китай? Нет. Вот так вот. До сих пор так было так, что он как раз так немножко... Китай давал ему какие-то, развязывал руки в диалоге с Россией, а сейчас... Ну, так приехал же монстр. Опять-то с монстром, друзья. Он сказал, ты сиди, не твое дело. Потому что Лукашенко с Китаем явно какой-то другой диалог, не такой, как... И поэтому в трио это, видимо, невозможно. А вот какие отношения сейчас у Лукашенко с Китаем? Ему сочувствуют. Это все, что я могу сказать. Mm-hmm. Он не туда. Не конкретно вот ему лично, а просто как бы сочувствуют Беларуси, что оно не поруненно. Расскажите, пожалуйста, вот когда вот это интересно, когда Китай пришел в Украину, там вот то, что мы не сказали зрителям, там очень интересный человек вообще за этими все вложениями в Motor City. Расскажите про этого Ван Циня, которого называют, я даже китайский Маск и вот такие, и как раз там говорят так, что российский партнер Ван Циня — это бывший сотрудник ФСБ Андрей Смирнов, президент и председатель совета директоров какого-то Нерицинвей Телеком Технологис. Вот такие вещи. Но сначала вот кто такой? Вот кто пошел с этими? У кого украли столько денег? Ну, на самом деле, таких вот китайских масков, их там много. Они в основном все с нуля. Вырастали с нуля. Просто вот начиная с 80-х годов постепенно вырастали.
То есть это очень интересно, таких людей действительно много, достаточно много, и просто это вот одна из корпораций. В этих корпорациях обычно последние годы обычно есть какой-то пакет, не решающий, но какой-то пакет государственный, покупают, значит, государственные, покупают акции. Это может быть центральное государство, это может быть местное правительство, но в принципе это, в общем-то, это не значит, что это государственное предприятие. Это значит, что просто дело в том, что когда у тебя идет уже очень крупный бизнес, когда идет у тебя очень крупный бизнес, то, естественно, это во всех странах так. Той или иной степени от тебя зависят, по крайней мере, местные налоги, местная жизнь, там, я не знаю, мэрия или там что-то такое, потому что поэтому, соответственно, у тебя, естественно, есть и приемы с ними, и контакты с ними. Это как везде. Это как везде. И, естественно, там любят всякие большие шишки ходить в успешные фабрики и так далее. Я не была у этих как раз, я с ними не очень знакома. Но я немножко знакома там с другими, которые занимаются там другим, вот то, что мы в прошлый раз говорили. Ну, это вот действительно вот выросшие с нуля, но выросшие. А вот эти китайские маски, вот как они себя ведут? Они вот их жизнь, она видна на улицах, особняки, они вкладываются в свою в то, что чтобы и дом был большой, и самолет личный. Ну, Они самолет. копируют западных. Нет, ну вот такие понты, что называется, такие понты, это не признак, действительно выросших людей. Вот так. Естественно, у них хороший дом. Кто ж будет говорить, что они будут жить в какой-то лачуге? Ну, смотны какие. Естественно, у них, ну, вот эти вот дворцы безумные, бессмысленные. Естественно, зачем это нужно? Потому что это же заморозка капитала. Вот. Они себя ситуативно, когда-то так, когда-то сяк. Ну, в общем, это интересные люди. Это интересные люди. Рублевка у Пекина есть вот такие вот кварталы, где вот такие разбогатевшие люди живут? Нет, вот так вот, такой Рублевки нет. Потому что нет, ну, всякие вот такие, как раз, нет, в Пекине, ну как, ну, в Пекине есть дорогие районы, есть менее дорогие районы, но это как везде, то есть нет такого. Это совершенно другая культура. Это вообще другая культура. А самые предприимчивые, на самом деле, самые предприимчивые, они в тапках ходят по своему городу. Но едят зато хорошо и приглашают и есть. То есть мне главное, есть надо качественно и вкусно. А то можно в тапках пройтись по городу. Хорошо, возвращаемся тогда в геополитику. И вот то, что пишут после этого, у нас как раз, почему мне было интересно слушать про приватизацию Motor City и американцев и других, у нас примерно в то же самое время разнесли банк большой. Тоже там российские деньги шли, они на резидентов работали, но приехали тоже американцы, и они этот банк разобрали. Так было несколько таких и у нас таких потрясений. Хотя банк мы могли оставить, но его просто разнесли, потому что через него уже там русские деньги шли на Западную Европу. Но примерно такой же, схема Но такая же. потеряли ли русские эти деньги, или они просто их не вкладывали в Западную Европу, я тут не знаю.
Ну, потеряли, потому что тоже в Европейском суде идет тяжба по этому поводу. Там они сбежали в Россию как раз. Там Антонов такой. Но Да. это явно не Болтон сделал. Нет, это другие люди. Да, это другие люди то же самое делали. Но вот то, что говорят, что национализировали потому, что перепродавали через партнеров в той же самой Латвии обратно в Россию эти вот моторы. Ну вот как это отбросить? Я не могу ничего об этом сказать, потому что в любом случае я это не знаю, и это вопрос внутриукраинский. И это никак не связано с Китаем, потому что Китай вкладывался в модернизацию. И Китай не планировал никому продавать в третью страну, пока не было вообще речи о том, что продавать кому-то. Только для себя. Вот это Пока, да. производство должно, продукция должна была идти в Китай. Китай и Украина. То есть для подъема своего авиапрома. То есть, иными словами, если бы это не разгромили, то Украине не приходилось бы ходить с протянутой рукой и говорить: «Закройте, пожалуйста, небо». Вот простой ответ. Ну да. Так не надо, вот поэтому, естественно, Путину не надо было, чтобы Украина сама могла закрыть свое небо. А были ли там в Украине какие-то предатели, которые вместо того, чтобы работать там на закрытие своего неба и на развитие, что-то там, это не ко мне. Другой Это не вопрос. ко мне. Хорошо. Как в Китае отнеслись то, что резня в Израиле? Вот это совершенно дикая история с Палестиной и Израилем. Значит, тут надо, наверное, конечно, разделить официальные заявления и настроения внутренние. Причем интересно сравнить с тем, что происходило, с тем, как об этом говорили на Тайване. На Тайване я, по-моему, не видела ни одного паблика и ни одного какого-то информационного агентства или что, которая говорила бы о том, что о пострадавших израильтянах. Как раз говорилось о том, что вот великая армия убивает там это самое, против каких-то там горстки народов. Я просто в шоке. Причем тайваньские обычно очень много перепечатывают с американцев просто. И просто вот такой нарратив абсолютно. И везде. То есть у них как-то уже в мозгу абсолютно осело, что Израиль — это представитель Америки на Ближнем Востоке, Америку они не любят, естественно, Америку у нас никто не любит, Тайвань. Ну и, соответственно, и Израиль заодно. А где там Израиль, что там? То есть мне приходилось со своими друзьями и немножко вставлять мозги на место своим друзьям и коллегам, так что вы о чем? Значит, в Китае официально сначала было такое вот заявление очень никакое, скажем. Но, в общем-то, прекратите резню как к хамасовцам. Но тоже такое, оно половинчатое было. А потом, примерно одновременно с Байденом, который начал говорить о том, что превышение самообороны, то же самое сказал официальный Китай. Примерно. Нет. А внутри, в обществе, абсолютная поддержка Израилю. Ну так. Дело в том, что Китай, официальный Китай, он как попка-дурак повторяет резолюцию ООН. Два государства, два государства, два государства. То, что два государства неисполнимы, что не может быть двух государств, когда одно из этих государств, якобы государств, а именно арабы не признают, не соглашаются на это государство,
при котором рядом есть Израиль. Потому что они не сами это первые, которые не хотят. Только все. Так что это полный абсурд. Даже Израиль иногда готов согласиться. Идите вы подальше, только признайте нас и забудьте. А они как раз в первую очередь говорят нет. Поэтому же это абсурд. Естественно, понятно, что там должна быть полная зачистка, которая единственное решит вопрос. Но Израилю это не дают делать. Дело в том, что в Китае есть свой опыт с арабскими террористами. Не с арабскими, а с мусульманскими террористами. И которые тоже полно своих прав у этих мусульман, а все равно они начинают устраивать погромы. С погромами китайцы сталкивались. Ну и вообще к евреям у них очень хорошие отношения исторически. Давно и всегда. Поэтому тут, конечно, в принципе, эмоционально и такая у людей, ну, естественно, у тех, которые просто хоть что-то знают, а те, которые для которых это все далеко, для них как было далеко, так и остается. Как-то это самое, как-то мой коллега израильтянин был на раскопе каком-то деревенском, какой-то мужик, ну, совершенно, он там слышал где-то там пару слов по телевизору или что-то такое, где только официально, и он ему спрашивает, а почему вы так плохо с палестинцами обращаетесь? И это причем все остальные, которым при этом... Это не он мне рассказывал. Это мне рассказывали как раз остальные китайцы, которые при этом присутствовали. Что вот же это? Что же это? Значит, пришлось им, этим китайцам, вставлять мозги на место этому копателю земли. Ну, потому что он не знал, он как-то так наивно сказал. Вот. Но... ситуация как бы неразрешима. Вы сказали, что вот это ваше личное мнение, что полная зачистка. Да, это мое личное мнение, потому что если не убрать террористов, да, они будут, что бы ни делать, это будет продолжаться. Там все остальные жители живут с стокгольмским синдромом. Террористов не должно быть. То есть это не значит, что, может быть, их всех убить, может быть, их посадить, там, в суд, в общем, и так далее. Это детали. Но просто их не должно быть. А остальные, для которых цель жизни не убийство всех евреев, а есть какие-то другие цели жизни, ну, дальше с ним можно работать и разговаривать. Это явно, но сейчас Израилю не дают это сделать. Опять, как всегда. Это же как всегда. Я другую заметила другой факт. Я же как историк, я постепенно, у меня же накапливаются факты, я тихо-тихо какие-то, вдруг я начинаю видеть то, что раньше не видела. Я вдруг обнаружила, что все три войны имеют одного выгодоприобретателя. И как раз того, о котором меньше всего идет разговор сейчас. Как-то его меньше всего упоминают. А Васька слушает, да ест. А я имею в виду Турцию. Кого? Турцию. Турция, да. Турция это... выигрывает из этого, да. Из трех войн. Во-первых, из славянских войн, естественно, она выигрывает своим усилением присутствия в Черном море. Вот особо. И дальше, учитывая, что турок очень много в Германии, разных тюрок очень много на Балканах, соответственно, тоже усиление своего влияния. И, соответственно, с Россией пока нельзя совсем не считаться, все-таки там флот какой-то стоит, но если ее тихо-тихо ослабить, то, в общем... И там крымские татары, и, в общем-то, все тюрки. То есть надо просто ждать. То есть это выгодоприобретатель абсолютный. В Армении, как турки уничтожают армян последовательно больше 100 лет, это нам известно. И сейчас они с Азербайджаном весело выходят на
весело выходят на единую границу. Угу. Это не конец, то, что карабахцев, это же была национально-освободительная война у Карабахи. Угу. 30 лет тому назад, когда их же просто вырезали. Везде на территории Азербайджана вырезали армян. И вот Карабах как-то встал, но никто его не поддержал. Никто не дал ему, никто не дал ему быть признанным. Никто не дал ему нормально присоединиться к Армении. Ну, как и Тайваню, как и Тайваню. Ну, на Тайвань никто не нападает, тайваньцев никто не вырезает. Вот есть маленькая такая разница. Uh-huh. А тут вырезают, и тут беженцы постоянные. Сейчас опять беженцы армянские. Армянские беженцы uh-huh. уже больше 100 лет, и, в общем-то, Армении скоро не будет совершенно. Uh-huh. Это никто не замечает, но это же будущее. Это может быть будущим Украины. Там, точно так же была Великая Армения 100 лет назад, и вот все, что осталось, а что там потом будет, в общем-то, рассосется. И ведь это не все. Они дальше проделают коридор в Нахичевань. Нахичевань тоже, вообще-то, армянские земли, давным-давно тоже отдарены азербайджанцам. Опять проделают. Это не конец, это будет продолжаться. Угу. И кто в этом выигрывает? Да, конечно, Турция. Полностью объединяя вот это вот все тюркские земли. Этот крик вокруг уйгуров, благодопредатель Турция. Кстати, о уйгурах, это вот самые большие любители Путина в Китае. Потому что они как-то подсели на повестку о том, что Россия противостоит Америке, и поэтому он для них герой. Вот где герой. Вот они, он как раз вот в тех вот окраинах уйгурских народов Путин герой. Вы думаете, вот Турция, вот возвращаясь к Турции, это вы думаете, что они как-то планировали или они просто используют ситуацию? Ну, у турков единственных вот в этом регионе есть такой дальний план. Как и у китайцев, они планируют на долгие лета. Ну вот и Турция под Эрдоганом, она планирует воссоздавать великую вот эту державу турецкую. Они им выходят, у них есть интересы. У китайцев план далекий сохранить себя, а не расширять себя. Угу. У китайцев нет плана расширять границы. А тут как раз другие планы. Естественно, Османские империи, да. Естественно, это дальний план. Но дальний план, он же как бы стратегический. А тактически это иногда так получается, иногда так. Нельзя же, это же зависит от очень многого. Но у них, вот они с киргизами работают, они где есть тюрки, там есть турки. А Израиль, вообще-то, это говоря, тоже был часть Османской империи. Да. А главный соперник и главный всегда в регионе у Турции – это Иран. Угу. И поэтому, а Иран ослаблен абсолютно всякими санкциями, трали-вали. Иран поэтому не смог Армению поддержать никак. Господи, сейчас говорят о том, что Армения помогает России. Господи, ну люди забывают то же самое. Говорилось в Первую мировую войну. Потому что армяне христиане, а вдруг они начнут помогать России, поэтому их надо всех вырезать. Вот первый геноцид армян под этими же самыми лозунгами происходил. Ну люди не помнят, что ли? Просто не помнят абсолютно истории. Сейчас повторяют одно и то же. Это турецкий нарратив. Сейчас далее всюду разгоняется, что Иран стоит за нападением за Израиль. Это не так. Это не может быть так. А почему вы так говорите? Значит, по нескольким причинам. Во-первых, потому что Иран никогда, Хамас суннитский, никогда не слушался Ирана. Не существовало присутствия иранского влияния в Хамасе. Те, которые говорят, что Иран это, что Хамас это прокси Ирана, просто лгут. Просто лгут. Единственное, с кем были контакты у Ирана, это Хизбалла. А как раз Хизбалла только так слегка что-то сделала, когда им сказали, вот там на севере есть опасность. Но они там что-то там рыпнулись слегка. То есть сейчас не там.
А Турция активно поддержала Хамас. Сказали, молодцы. И Хамас вообще-то сунниты. Они на подсосе у Турции. При этом Турция вся в шоколаде, она и в НАТО. И все должны перед ней расшаркиваться. Далее, это первая причина. Вторая причина. Ныне слабый Иран. Иран не сильный сейчас. Для него сейчас война с Израилем меньше всего ему нужна. Потому что в этой войне погибнет и Израиль, и Иран одновременно. Вы предвидите, что такая война будет следующая? Я надеюсь, что такой войны не будет, но я просто вижу, как активно пропагандирует и активно это разгоняет. У меня племянники в Иерусалиме, они тоже от этого в ужасе, что как бы заставляют Иран, заставляют их воевать, значит, заставляют Иерусалим воевать с Ираном. Им это не нужно. Ирану это сейчас тоже не нужно. Кстати, в Иране большая еврейская община, она живет там. В отличие от Ливии, в отличие от Египта и прочих вот этих близлежащих. В-третьих, вообще-то такие вот, мусульмане все время будут говорить, они будут говорить в любом случае о том, что Израиль тут лишний. Мусульмане всегда будут. Но между словами и действиями как-то некоторые надо делать различия. Но вот такая война через границу, у них нет общей границы. Угу. Ну и что, они через Ирак будут воевать? Через кого? Ну что за чушь? Это им сейчас не нужно. То есть категорически им сейчас не нужно. Им себя бы спасти. Потому что все говорят, вот Иран, там он нагоняется бомбой. Я не знаю, нагоняется он, не гоняется. Это Иран, я не говорю, что Иран хороший. Я говорю, что перед ним Турция, которая с атомной бомбой, и в НАТО. И поэтому сейчас ему не до того. Это второй факт, что сейчас ему совершенно не до того. И третий факт. Израиль. Все, что там кричат журналисты в разных газетенках, это их проблемы. Израиль официальный. Официальный Иран. Официальные Штаты. Все сказали, что нету иранского следа в этом нападении. Ну да, говорит, ну они все врут, как же нету, есть, ну а вы что, вы присутствовали там, которые говорят, что они есть. То есть, вот этот разгон, кому выгоден этот разгон? Турция. Опять же таки Турция. Потому что для Ленина Турция не нужен Иран. И Израиль тоже не нужен. И Армения не нужна. Но еще так как он в НАТО, он не может вот своими руками осуществить то, что если у них есть такие вот намерения куда-то. Ну там, как же, ну а как же, и поскольку он в НАТО, то, соответственно, через НАТО, через Америку, они тихо-тихо тоже осуществляют свои планы. Ну вот не разрешает Байден вводить войска в Газу. Угу. Кто прямой выгодоприобретатель? Турция. Потому что они в НАТО, у них оружие стоит. Угу. НАТОвское, включая ядерное. Угу. Ясно. Посмотрим. А вот когда уже, как вы предвидите, вот у нас говорят, что следующий вот огонек будет разгораться на Балканах. Возможно. Это тоже Турция выдает, как мы видим. Mm-hmm. Ну, это интересный ваш такой скачок мысли от самых главных к Турции. Да, Турция тут видна, но про это мало говорят. Именно и поэтому мало говорят. Угу. Когда действие, оно
не терпит большого словоблудия. А когда много говорят, то зачем это говорят? Но это не факт для того, чтобы раскрыть истину. Очень сильно помогает Украине. Вот это... Нет, что она очень помогает? Она то так, то сяк. Ну, закрыла Черное море. То есть она то так, то сяк. Угу. Именно то так, то сяк. Один раз взяла и закрыла. То есть для Турции ни Украина, ни Россия, в общем-то. Ну, нас просто боятся, что после того, что происходит в Израиле, если Америка займется очень сильно отношениями с Китаем, то у Украины, ну, самые такие нерадушные могут быть, вот такая перспектива, потому что, ну, у нас уже говорят, что Афганистан номер два. Вот такие вещи, про такие вещи говорят аналитики уже. Дело в том, что ведь Соединенные Штаты объявили, вот, что мой враг Китай. Вот я, у меня должен быть уничтожен Китай. И причем все опять забывают то, что было совсем недавно, 40 лет тому назад. Примерно такая же фразеология о том, что у нас заполонено все там товарами, вообще гибнет наша собственная промышленность, все это самое, надо возвращать к себе, вообще нас просто заполоняют, был в адрес кого? В адрес Японии. Потом Японию задавили, там все-таки американские войска стоят. Японию заставили поднять свою иену так, что перестала быть конкурентоспособной. Там, где кому-то там устроили взбучку, кого-то посадили, вообще все по-разному. Кого-то там обвинили в чем-то. В общем, Японию слили. Угу. И после этого что произошло? Разве после этого производство вернулось в Соединенные Штаты Америки? Нет. Нет? Mm. В принципе, на этом сливе Японии легче было вырасти Китай. Mm. Быстрее. А теперь что, вернется теперь это все туда? Нет, не вернется. Все то же самое. Да, этот процесс такой. А вот мы еще договаривались коснуться вот этого Чака Шумера и его делегации и подготовки все-таки встречи Байдена с Си. Это была довольно-таки достойная миссия. Это было 3 демократа и 3 республиканца. То есть это как раз он представлял не одну партию, а специально, значит, все сенаторы. Mm-hmm. Принят он был на предельно уважительном уровне. А это значит, что диалог был взаимно уважительный. Говорили о вполне себе насущных вещах. В том числе и о том, что... О Белом доме, который под санкции ставят те американские компании, которые работают с Китаем, что получается, что они, американские компании, сами не в невыгодном положении, надо как-то это решать. Пусть они будут в выгодном положении. Еще интересно о том, что говорили о фентаниле именно так, как о нем надо говорить. Значит, история фентанила вкратце. Это сырье, на основе которого делается не наркотики, на основе него делается лекарство для наркоза. Mm-hmm. Это необходимая вещь для наркоза. Mm-hmm. И вообще весь он производится в Китае. Но из Китая он, значит, продается. Но его разные старатели и умельцы могут переделать в наркотики. Это известно, что это делают в Мексике, и через мексиканскую границу это плывет.
Как поступает страна нормальная, которая хочет себя обезопасить? Да. Почему, кстати, оно идет через мексиканскую границу? А потому что США наложили санкции на Китай. И вместо прямых паромов, которые бы напрямую везли бы то, что положено в Америку, и сами там бы отслеживали, чтобы никуда не попадало, куда не надо, они теперь покупают это у Мексики. Прекратите санкции, не будет проблемы, да? Угу. И дальше что делает ответственное государство? Оно должно найти... Это делают там, химические компании, производят... Естественно, если идут наркотики, то, естественно, спрос повышается. Конечно, химические компании зарабатывают больше. Но не они делают наркотики. Они в рамках закона существуют полностью. Они продают открыто, по схеме, все. Если происходит на месте получения происходит такое, то нужно приезжать в страну, где это производится, и ищут пути, как вместе отслеживать, чтобы ликвидировать наркобизнес. Но ведь этого же не происходило годами. Угу. Были крики о том, что Китай нас умерщвляет. Это не Китай. Китай производит сырье для наркоза. И в Китае нет этих наркотиков никаких. Так надо совместно это все прослеживать, чтобы вывести... Тогда, да, об этом договорились? Об этом была речь, и очень... Но договориться-то об этом у нас в Белом доме, ведь они же не решают это. То есть он поднял вопрос в правильном русле. Он поднял вопрос в правильном русле и получил ответ в правильном русле. Китай готов работать. Естественно, Китай готов работать в этой схеме, чтобы вместе все отслеживать, чтобы не уходил никуда налево-направо. Ну а дальше вопрос к Байдену. Так он приедет или нет к вам? Или кто к кому поедет? Си поедет. Си поедет в ноябре. Пока это планируется, если ничего не будет невероятно. Да. Си поедет в ноябре в... Да. Вашингтон. Ну, там тут четко как... Во-первых, там ОПЕК, он поедет на ОПЕК. Uh-huh. И для того, чтобы была встреча с Байденом. Как там они будут, в каком из городов они будут что планировать, я сейчас не знаю. Пока планируется. И этот приезд сенаторов, он с этим связан. Угу. То есть пока, видимо, явно Америка пока не выдерживает войны на все фронты. Угу. И вообще у них, естественно, и выборы, и так далее. Пока это какое-то... Они ищут какое-то, может быть... Кроме того, они столкнулись с тем, что Япония, особенно Корея, ну не очень-то играют в их игры. Mm-hmm. Вроде как делают вид, но в общем-то не очень подстраиваются. Ну и Тайвань, в общем-то, это правительство подстраивается, но оно настолько непопулярно, что не дай бог. Значит, и поэтому они пытаются какой-то упор делать на Филиппины. С Филиппинами там особая история. Там тоже, ну, это особая тема. Пытаются с Вьетнамом, но Вьетнам будет дружить с американцами. Ну, абсурд. При том, что он, может быть, и не очень любит китайцев, но это не значит, что они будут дружить с американцами. То есть это mm-hmm. все не очень у них получается. И, видимо, они как-то, по крайней мере, им же надо решить свои выборы. Но это тактически. Это не уход от стратегии. Mm-hmm. Но для стратегия вкратце какова? Уничтожить Китай не должна быть. То есть это потому что если есть Китай, то Америка не гегемон всего мира. Потому что Китай производит столько же, потому что там на этом разговоре было подчеркивалось все время о том, что отношения Америки и Китая это вот миополагающие. Вот мир будет такой, каковы будут отношения. Если будет развиваться вот эта вот вражда и противостояние, мир будет в раздолбай. Если все будет мирно и хорошо, то все будет производиться, и все будет хорошо. И не будет, кстати, такого позора, как для китайцев. Жуткий позор, то, что сегодня происходило на этом саммите. Вот. Но
Америка это не хочет. Ну, почему она, собственно, почему она не хочет? Ну, в основном не вся Америка, а вот истеблишмент. В общем-то, это же, конечно, Римская империя последнего столетия. И вот как-то все страны недолговечны. Не существует таких стран, не существует таких сил, которые бы были сильны там, больше там, 200 лет, 300, еще в таком масштабе. Ну, не существует. Да, вы про это говорили, но вот последний вопрос такой просто философически, да, пофилософствуем. А Китай, он уже, ну, он готов принять на себя вот бремя полицейского мира? Нет. Не только не готов, но категорически отказывается. Он а всю... кто будет с палкой ходить? Никто. Он просто говорит, что не будет никто-то. Потому что если кто-то ходит с палкой, то в конце концов он ходит с палкой для своих интересов. Ну да. Ну, поэтому нет, как раз они как раз проводят и всюду, они всюду проводят о том, что везде двусторонние отношения. Никаких группировок, никаких это самое. Везде, значит, двусторонние отношения, каждая, не лезть там. И Китай действительно последовательно. Вот во что нельзя обвинить Китай, то, что он влезет в внутренние дела какой-то страны. Сейчас кто-нибудь начнет кричать, что нет, он лезет. Ну куда он лезет? Ну это опять тоже пропаганда. То, что в Китае сам не идеальный, что внутри Китая не идеально, это в конце концов проблема китайцев. Китай ведь, ну, Китай же просто принял, вот даже в Литве, история с Литвой. Вот Литва выступила таким образом, что поначалу якобы признала Тайвань, потом совсем Евразии не признала. Но и Китай что сделал? Китай только сказал, мы для нас такое неприемлемо, и все. И сам, в общем-то, потерял, явно потерял в каких-то вложениях. Нет, не потерял. Экспорт и импорт китайских вещей увеличился в Литву, но через посредников и подорожало. А вот экспорт прекратился, потому что наложили санкции на нас. Ясно. Ольга, очень приятно с вами общаться. Я думаю, что мы продолжим, потому что, ну вот, знаете, с чего мне хочется? Мне вот Китай, ну вот как такая страна, которая вот если куда поехать, то в Китай, потому что интересно, потому что по-другому. Вот понять, как вот этот образ жизни, образ мышления, очень, мне кажется, интересный и для меня, и для наших зрителей. Так что я надеюсь, что мы продолжим. С удовольствием, особенно для Литвы. Да, у вас сентименты, да. Я про это помню и использую. Спасибо большое. И я сейчас обращаюсь к своим зрителям. Ачу кадюрея, да посидалинки, да что и рашу бисур, кур тик ты галите. Мес ир палікіте клаусимы, мес и с Ольгой йос атсакісіме китоє лайдоє. Еще раз спасибо и до свидания. До свидания, всего доброго.